Добрый вечер! Сегодня я для вас прочту стихотворение Марины Цветаевой. Приятного вам просмотра! Звенят, поют забвению мешая, в моей душе слова. 15 лет! О, для чего я выросла большая? Спасения нет. Еще вчера в зеленые березки я убегала вольная с утра. Еще вчера шалила без прически. Еще вчера весенний звук далеких колоколей мне говорил: побегай и приляг. И каждый крик шалуни был позволен, и каждый шаг. Что впереди? Какая неудача? Во всем обман и, ах, на всем запрет. Так с милым детством я прощалась, плача, в 15 лет. Мы с тобой лишь два отголоска. Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом мне порою до слез тяжело. Станет горечь улыбкою скоро, и усталостью станет печаль. Жаль ни слова, поверь, и ни взора, только тайны утраченной жаль. От тебя, утомленный анатом, я познала редчайшее зло. Оттого тебя чувствовать братом мне порою до слез тяжело. Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня. О, дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, терпи, еще не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много. Я жажду сразу всех дорог, всего хочу. С душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, вести детей вперед, сквозь тень, что был легендой день вчерашний, что был безумием каждый день. Люблю и крест, и шелк, и краски, моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки. Тогда мне смерть в 17 лет. Спасибо огромное за просмотр этого видео, а ваши комментарии вы можете оставить под этим постом. До новых встреч!